14 сентября губернатор Игорь Руденя посетил одно из динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий региона – ЗАО «Калининское». Глава региона побывал на ферме, провел встречу с трудовым коллективом, ознакомился с парком уборочной техники. Уборочная компания в ЗАО «Калининское» в самом разгаре. С полей убирают кукурузу. В этом году ее здесь посеяли на площади в 600 гектаров. Завершить уборку планируют в течение 10 дней. Игорь Руденни не только ознакомился с парком автотехники предприятия, но и пообщался с механизаторами. А затем лично сел за рычаги универсального кормоуборочного комбайна «Джон Дир». Очень высокий уровень организации производства. Все механизаторы являются жителями Тверской области, Калининского района. Люди работают, задачи, молодцы. Очень хорошо подготовили технику летом. И сейчас мы видим, как полным ходом идет заготовка кормов. Затем губернатор посетил цех по производству молочной продукции, в том числе сливочного масла. Эта новая линия была запущена в декабре 2020 года. Игорь Руденни отметил, что благодаря использованию натурального сырья продукция компании пользуется спросом среди жителей не только Верхней Волжи, но и других регионов. Все дело в высоком качестве. Наши граждане заслуживают того, чтобы питаться качественным продуктом. Мы считаем, что у нас есть большие перспективы, устойчивый рост и развитие, потому что качественный продукт востребован. И мы займем еще больше места в магазинах. На встрече сотрудников предприятия с главой региона затронули тему строительства в поселке Загородный фельдшерско-акушерского пункта или офиса врача общей практики, а также Дома культуры. Игорь Руденни ответил, что регион окажет содействие в решении этих и других вопросов.